В Ульяновске провели заседание попечительского совета Ульяновского института гражданской авиации. Обсудили развитие образовательного учреждения, в том числе ремонт, техническую модернизацию. Попечительские советы – это коллегиальный орган управления. Поэтому, значит, все голосования у нас идут открытым голосованием. То есть никаких бюллетеней не надо. Все мы просто, если не возражаем, то принимаем то или иное решение. В заседании принял участие глава региона Алексей Русских. Он выразил уверенность в том, что Институт гражданской авиации будет развиваться и привлекать в регион талантливую молодежь со всей страны. Алексей Русских также определил основные векторы работы попечительского совета. Во-первых, одной из важнейших задач попечительского совета является содействие развитию материально-технической базы вуза. Во-вторых, наша общая цель – продолжить создание всех условий, необходимых для подготовки новых высококвалифицированных кадров гражданской авиации. Третий вопрос, который хочу с вами обсудить, касается проведения 100-летнего юбилея российской гражданской авиации, который будет праздноваться в следующем 2023 году. Одним из главных вопросов заседания стали выборы председателя совета и его заместителя. По итогам голосования членов совета его возглавил губернатор Алексей Русских. В числе задач, которые ставит перед собой совет, помощь в строительстве физкультурно-оздоровительного комплекса, которого пока нет в составе института. Нам необходимо привести в порядок музей гражданской авиации. Вы все наверняка там бывали и видели, в каком состоянии находятся уникальные летательные аппараты. Их надо срочно все приводить в порядок, нужно ремонтировать и красить. Так получилось, что работая в Московской области, я участвовал в спасении музея авиации Монина. Да, там тоже была идея его там расформировать. Вот. И сейчас нам предстоит наводить порядок с музеем авиации в Ульяновске, как даже символично. Заместителем председателя попечительского совета избран депутат Государственной Думы Владимир Кононов. В ближайшее время состоится встреча членов совета, на которой будут намечены пути и подходы для решения оперативных и стратегических задач развития вуза. Валентина Никонова, Сергей Кудаков, Улправда ТВ.